Казахстане продолжают дорожать лекарства. Медикаменты выросли в цене больше, чем на 6%. По данным аналитиков EnergyProm, самые дорогие микстуры и таблетки в Мангыстауской области сразу на 23% за год. В антирейтинг также попала столица и Ахмолинская область. Больше остальных увеличилась стоимость йода. Лекарства для лечения печени прибавили в цене этиловый спирт и карвалол. В среднем казахстанская семья тратит в год на медикаменты порядка 47 тысяч тенге. В чем причина роста цен на лекарства? Зависимость от импорта, инфляция или неуемные аппетиты? Ну, если у меня минимальная пенсия, минималка считается, то, конечно, для меня это очень накладно. Если не секрет, можно узнать, сколько, какая у вас пенсия? Ну, у меня 75 тысяч. И в месяц вы сколько тратите только на таблетки? Ну, то есть 15, наверное. Я не могу на этот вопрос ответить. Я не знаю даже, на каком основании вообще все это повышает. Ну, я думаю, два в одном. Люди, да, они больше хотят получить, чем отдать. Адамдар не стуня караганда кымбаттаган секилди. Кейбиреулери. Я айтыңызшы, бул сиздин пикириңиз. Бул неликтен болуп жаткан? Инфляция, экономика, алде бул каржылык па? Бул қазір енді барлық нәрсе қымбаттап жатыр ғой, меніңше бұл соның бәрі в комплексе әсер етіп жатыр. Ол доллардың қымбаттауы, жан-жақтан дәрі-дәрмектің келуіне әсер етіп жатыр, жанар-жағармайдың қымбаттауы, олардың бәрін транспортировкасына әсер етіп жатыр. Соның бәрі меніңше комплексе. Көбінесе енді халықтар қымбаттап жатыр дейді, бірақ шығар онша қымбаттамаған. Мен айтар едім, бұл ешқандай инфляцияға қатысы жоқ. Мен именно қаржы кеңесшісі болып жұмыс жасаймын. Инфляция ол күнде болуда ғой, да, инфляцияға ешқандай қатысы жоқ. Бұл бізде коррупция. Лекарство сейчас все подорожало, к сожалению. Это везде во всем мире так. Может быть, коррупция. Экономика нестабильная, на это есть причина корона. А коррупция может быть. Қымбат жайлап көтеріп отыр ғой. Сіз қалай ойлайсыз, бұл неліктен болып жатқан? Бұл коррупция ма, әлде инфляция ма? Әрің өзің пайдасы үшін ғой. Енді экономика шар, бәрі қымбаттап жатыр, продукты қымбаттап жатыр, лекарство да қымбаттап, жұмыс ақы қымбаттап жатыр, содан шар деп ойлаймын.